Всем привет, ребята, с вами я, Максим, и я когда-то построил этот дом. И давайте я вам покажу вокруг. Вот видите? И у меня новая видюшка будет в следующий раз, в субботу, то есть в субботу. Мне приедет какая-то игрушка там из Валбегиса. Но я вам же сниму. Вот. Я вам снимаю этот домик для того, чтобы мы могли на память его сохранить. Вдруг я его сломаю, а вдруг я не сломаю, а вдруг игрок какой-то сломает. Ну ладно. Я вам расскажу об этом домике, что внутри. Вот смотрите. Деревянный пол. Второй этаж есть. Я о нижнем этаже потом расскажу. Сундук пустой. И так далее. Кровати. Костер, и там можно что-то починить. Еще тут душек. Я, кстати, хотел в душек пойти. Ну ладно, потом сойду, когда я закончу их снимать. Ну и вот. Я вам расскажу. Вот. Я, знаете что, я не только в телефоне сижу, но и помогаю родителям вот мыть посуду. Тоже лишник, непонятно. И вот, я подвал построил для моей Полины. Ну, помните, я снимал? И вот, давайте я вам покажу. Это вторая часть, а это первая была. И посмотрите, какой домик тут. Посмотрите, какой безопасный. Тут сундук тоже пустой. И такой маленький домик смешной. И вот. Ладно. Я считаю, что я буду заканчивать. Всем пока и до свидания.